Раз, два. Всем привет! У нас сегодня заруба по ПП среди девочек. Плюс-минус одинаково подготовлен. Так что будет... будет все честно. Правило. Будет три станции. На каждой станции можно собрать максимум 3 балла. Победитель получает 3 балла. Второе место получает 2 балла. И третье получает 1 балл. Побеждает тот, у кого больше всего баллов. И, конечно, вот наши призы для наших участников. Призы для всех одинаковые. Победитель выбирает первый приз. Выбирает, который ему больше всего нравится. Потом выбирает второе место и третье место. Я в конце так некрасиво улыбнулась. Поехали. Первая станция – это подтягивание на параллельных брусьях. Так как у нас девочки, пойдемте, я вам покажу. Мы беремся двумя ручками за перекладину, запрыгиваем ножки, умещаемся за ручкой и запрыгиваем подбородком. И делать квадрат. Делаем мы на количество, без пауз. Кто больше сделал, тот получает 3 балла. Второе место 2 и третье место 1. Готово? Вместе или по давайте по очереди. Давайте по очереди, да. Кто первый? Двадцать один, двадцать два, двадцать три, двадцать четыре, двадцать пять. Давай. Молодец. Вика сделала 25 раз. Молодец. Следующая Лера приступает. Раз, молодец. Два, три, четыре, пять. Двадцать, двадцать один, двадцать два, двадцать три, давай 24, 25, выше, 26, 27, 28, выше подбородок, 29 и 30. Молодец. Как тебе будет удобней? Следующая приступает Света. Света, снимись. Очки? Ну что, готова? Нет. Молодец. Это мы выдержим. Давай, Света. Можешь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Один. Лера сделала 30. У Вики 1 балл, у Светы 3, у
у Леры 2. Рука болит махать. Вторая станция будет на координацию. Нужно будет поставить ножки вместе, подняться на полупальчики, поставить ручки на пояс и закрыть глазки. И простоять как можно дольше, не шагая и не опускаясь на пяточки. Кто проставит больше всего, получает 3 балла, 2 и 1 сажет. Поехали! Давайте куда-то на твердое встанем. Мы одновременно встанем? Да, вы просто встанете одновременно. Мы будем без времени считать. Просто кто первый сойдет, получает. Стоим. Молодцы, стоим. Вперед. Все, Света минус, девочки, стоим. Светы 1 балл. Вика 2 балла. Лера, молодец. Лера, 3 балла. Как ты думаешь, кто выиграет? Я? Типа Настя? Я? Ты получила... Силюк стайл, да? Самый 3. Классный. Девочки, кто сколько баллов получил? Сейчас. 3, 2, 1. Сколько суммарно? Я гуманитарий, 5. 5? 3. Суммарно. 4. А что 4? Не доверяю. Первая сошла, да? Итоги второй станции. У Леры у нас всего 5 баллов. 3. Вики 3. И 4. У Светы 4 балла. Третья станция. Поехали. Остановитесь сразу. Третья станция — это у нас стойка на голове. Кто дольше простоит, тот и получает 3 балла. Девочки, готовы? Поставили голову. Это что, ты прямой эфир ведешь? Люба, как дела? Сосредоточенность? Я уже красная. Молодец. Ура. Надо было накраситься. Ура. Итак, итоги третьей станции. У Леры 3 балла, у Вики 2 балла и у Светы 1 балл. Я посчитаю, у каждого сколько баллов? 5, 6, 8. Там давай доснимем, да, там на ресепшене, либо же раздевал. Можно, типа, еще потом вот так вот на белом фоне здесь вот так расчерпить, типа? Ну что ж, пам-пам-пам-парабам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Так, первое место у нас заняла Лера, 8 баллов. У Светы второе место, 6 баллов. И третье место заняла Вика, 5 баллов. Так как Лера заняла первое место, она первая выбирает свой подарочек. Света, я угадаю? И резиночку. Классный подарок, кстати. Супер. На второе место. Резиночка. Супер. Вика, это тебе. Всех поздравляю. Спасибо. Все большие молодцы. Тренируйтесь, старайтесь. Занимайтесь. И чтобы было тепло, тренироваться. Спасибо.